Здравствуйте, с вами Дара. Сейчас я вас ознакомлю с лекарственными свойствами солудки голой или лакрицы. Для этого я буду использовать материалы из книги Алексея Петровича Попова, которая называется «Лекарственные растения в народной медицине». Книга издана в 1969 году. Солодка голая или лакрица. Другие названия. Солодковый корень, солодка, вербец солодки, семейство бобовых. С лечебной целью используют корень растения. Солодка голая или лакрица – многолетнее растение. У нее сладкий корень, который используют в пивоварной промышленности, в технике и в медицине. Это растение всем хорошо известно, поэтому нет надобности приводить его подробное ботаническое описание. Корни солодки голой имеют желтую окраску и приторно-сладкий вкус. В научной медицине препараты из нее, эликсир, экстракт, сложный порошок и сироп применяют как отхаркивающее при кашле, особенно у детей, и легкое слабительное, особенно в виде сложного порошка, при геморрое, а также как средство, улучшающее вкус лекарств в виде сиропа и обладающее слабым мочегонным действием, когда бывает составной частью мочегонного чая, продаваемого в аптеках. В народе корень ее употребляют при простудных заболеваниях. Лекарственные корни и растения вы можете купить в нашем магазине. Ссылку смотрите в описании. Будьте здоровы!